подготовке кадров для прокуратуры необходимы конструктивные изменения. Такое мнение сегодня высказал генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк во время церемонии открытия учебного зала судебных заседаний в Академии управления при президенте. Одна из аудиторий вуза была переоборудована под импровизированный зал судебных заседаний. Комната воссоздана по всем требованиям и канонам реальности. С местами для народных заседателей, свидетелей, адвокатов и других участников как уголовных, так и других судебных процессов. Планируется, что заседания в учебном зале будут проходить в форме игры, но с присутствием реальных судей и прокуроров, которые будут делиться со студентами своим опытом. Это немножко по-другому воспринимается, сам процесс, и с точки зрения уголовного процесса, и с точки зрения тактики его проведения, и квалификация преступления. Это практически здесь есть целый комплекс предметов, которые можно проводить в этом зале. И хочу сказать, что, опять-таки, я уже видел залы подобные. Этот выполнен на очень высоком уровне. Генеральный прокурор также отметил, что прокуратура Беларуси сегодня активно занимается вопросами взыскания дебиторской задолженности. По сравнению с началом года, по этому направлению наметилась положительная тенденция. Достичь позитивных результатов удалось благодаря сотрудничеству с коллегами из России.